Всем привет! 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 Наконец-то нам удалось вырваться на рыбалку. Сегодня, кстати, среда, будний день. И, как видите, мы все втроем, все в сборе. У всех все получилось. Мы сейчас собираемся открывать сезон. Ну, если честно, так между нами мы уже один раз выходили. Но это у нас была больше такая, как тренировочная рыбалка. То есть вспомнить навыки после затяжной зимы. Побросать, как бы повязать монтажи. Ну, мы все это сделали, потренировались, но, к сожалению, был тогда ветер 24 метра в секунду, и, естественно, мы ничего не поймали. Сейчас погода наладилась, тепло, ветра сегодня не будет, поэтому будем ехать в надежде на хотя бы на какой-то улов. Ну, самое главное у нас это плотва, тем более мы вот даже взяли прикормку всю плотвичную. Вот, направляемся мы в сторону Вышгорода. Еще пока сами не знаем, где будем останавливаться, то есть где будем ловить. Место для нас новое. Едем, как бы, скажем, по таким рекомендациям, по наводкам от знакомых, но конкретно место не знаем. Будем уже там по ситуации смотреть. Ну, как полагается, в новый сезон с новыми снастями, поэтому... У нас действительно есть несколько обновок. Мы себе взяли... Я думаю, обновки мы уже можем показать на водоеме. Да, да, мы это все покажем на водоеме. Я просто хочу коротко, вкратце хотя бы сказать. Из обновок у нас это... Мы взяли себе фидерные удилища. Потом покажем, какие конкретно. Такого бюджетного класса. Да, самая главная фишка, что это действительно удилища именно... такого бюджетного народного класса, мы их так называем. Вот, ну там новые катушки, такое там, понятно, что подготовились, взяли там и расходники, там всякие крючочки, лесочки, как бы пополнили свои запасы. Вот, ну, а еще у нас прикормка новая, прикормка флагман от Алексея Пугача, ее главный разработчик. Еще сами даже ее, скажем так, не видели. В работе, да. Понятно, что пачки-то видели, но в работе еще не тестировали ее. То есть это тоже очень интересный такой бонус. То есть сегодня у нас такая рыбалка, скажем, экспериментальная и очень, я думаю, будет интересная. Поэтому едем и уже включимся на месте. Сейчас, тем более, вот довольно темно. Ничего еще пока так толком не видно. Вот, ну уже приедем, там уже все расцветет, и мы тогда уже будем снимать дальше. Так, ну что ж, мы приехали в Вышгород, как и обещали, переехали через дамбу и начали по дороге искать место, где бы можно было остановиться. Было одно интересное место, но потом мы походили, посмотрели поближе, нам оно не понравилось, потому что возле берега было много корях, какие-то там водоросли. Ну, в общем, мы поняли, что нам, особенно втроем, там будет ловить совсем некомфортно. И мы поехали дальше по трассе, вот совсем немного проехали, там километра 4, и вот мы... остановились возле обводного канала. Да, на обводном канале возле моста. Вот мост, вот Влад. Влад уже, как всегда, супер быстрый рыбак, разложился. А мы еще даже не начинали. Итак, мы вам обещали показать новинки. В этом сезоне мы себе решили собрать такие, как я уже говорил, народные бюджетные комплекты. Вот у нас такие вот, мы взяли два фидерных удилища, называется Power River Feeder, длина 3,6 с тестом 150. Почему нас именно это удилище заинтересовало? Дело в том, что у нас уже за многие годы рыбалок насобиралось достаточно большое количество различных удилищ, и они, как правило, все, ну, они с таким довольно хорошим тестом, но при этом они все длинные. Вот. Это удилище нас заинтересовало тем, что оно все-таки на фоне наших 3,9 и 4,20, оно все-таки короткое, потому что, ну, 3,6 действительно для фидера, это считается длина совсем небольшая. И также под эти фидера
мы взяли новые катушки с бантайнером Sense Feeder в размере 5000. Что мы выбрали с байтрайнером? Потому что этот комплект мы собираемся использовать также на карповых водоемах. Да, то есть совершенно верно. Удилища получается не длинные, но при этом они мощные. Они обладают достаточной мощностью, чтобы ловить на них хороших трофейных карпов. Ну и соответственно, как Паша сказал, катушки с байтрайнерами как раз то, что для этого надо. Вот. Ну и что касается корма. Я уже, пока мы ехали, вкратце говорил, корм у нас абсолютно новый. Первый раз сейчас будем его тестировать. Называется Grant. Вот здесь даже написано, что разроблено Алексеем Пугачем. Это многократный чемпион Украины. Ну и вот сейчас посмотрим, что он там намешал для нас. У нас, ну поскольку мы рассчитываем на плотву, взяли пакет плотва River, река и... Supreme. Да, Supreme — это универсальная высококалорийная прикормка. Ну, про нее уже читали, просто она, говорят, что она такого насыщенно-желтого цвета. Вот будем ее тоже тестировать сегодня. Много корма не брали, никаких заливочек, никаких ликвидов, ничего не брали, потому что вода еще все-таки холодная. И сейчас как бы нет смысла сильно там наваливать прикормкой много и добавлять какие-то ароматы. То есть сейчас прикормка должна быть такая более-менее нейтральная. Ну, поэтому, как всегда, будем сейчас раскладываться. Да, разложимся, сделаем замес. Пока прикормка будет настаиваться, да, попробуем найти какое-то интересное место на дне, ну, точку ловли. Заклипсуемся и уже будем вместе с вами, как бы, ловить. Да, место совсем для нас новое, и поэтому это добавляет еще такой дополнительный интерес. Ну что ж, я уже прикормку приготовил, она увлажнилась, было всего лишь одно увлажнение и пробил через сито 6 миллиметров. Я уже заклипсовался, получилось где-то 56 оборотов катушки 5000. Сейчас сделаю стартовый закорм, здесь течение небольшое, поэтому закорм будет как никогда кстати. Вот такая вот есть у нас большая кормоемкая кормушечка без груза. Вот сейчас ей воспользуемся. Да, монтаж. Сегодня я буду использовать паттерностер. У тебя, Влад, какой монтаж? У меня асимметричка. У Влада асимметричка. Вот, значит, монтаж паттерностер. Крючки, сразу крючки покажу. Я поводок еще не вязал, но я уже знаю, какие крючки буду использовать. Крючки буду использовать вот такие вот. 10, а не, это количество 10 штук, размер 14, то есть крючки совсем небольшие. И, кстати, на этой рыбалке тоже будем использовать их впервые. Вот так. Ну, поэтому делаем закорм и будем ловить. А, еще хотел сказать, из наживки. Из наживки все очень просто. Сегодня мы взяли червя красного и опарыша. Где-то кормушек 5 сделаю закорм стартовый. И этого, думаю, пока будет достаточно. Потом в процессе будем добавлять. Глубина здесь тоже небольшая. Где-то пару метров, скорее всего.
Владопоклевка. Сейчас посмотрим, что там. Рыба есть. Рыба есть? Небольшая, но есть. На карасика похоже. Похоже. Карасик тоже, да, пенка белая и опарыш. Я думаю, вот что такая мощная поклевка? Это был карасик. Угу. За боковушку взял. А до этого Влад еще поймал маленькую плотвичку, но мы даже это не снимали. Ну что, Влад, тебе можно сказать, ты уже сезон открыл? Да, это уже рыба. От... Небольшая, но рыба. Открыл сезон, молодец. Надо и мне сезон как-то открыть. Будем сейчас стараться. Так, ну это, похоже, маленькая красноперая устирка. Я сезон тоже открыл. Вроде бы что-то есть, но, наверное, не, совсем не крупное. О, это уже плотва. Это уже плотва. Покрупнее, чем та густирка. Но хотелось бы, чтобы она была еще покрупнее. Вот такая. Вот эта плотва уже посерьезней. Плотва постепенно укрупняется. Это радует.
Была очень мощная поклевка с отстрелом. И что-то даже чувствуется. Спасибо, Влад. Что, окунь? А? Ну давай поставим это. Упасть. Окунь. У-у-у. Класс, вообще не ожидал. Думал, большая плотва. Причем клюнул на пенопласт салатовый и на одного опарыша. Вот такой вот окунек. Так, ну что ж, наша небольшая рыбалочка подходит к завершению. Сейчас мы вам покажем наш улов, ну и будем собираться домой. Вот такой вот у нас сегодня улов. Ну, в принципе, как мы и хотели, есть плотва. Неожиданно пришел окунь на опарыша с пенкой. И вот такой вот карасик. Конечно, хотелось бы, чтобы рыбы было побольше, и чтобы она была покрупнее. Но, тем не менее, я считаю, что сезон открыть нам удалось. Каждый поймал по своей первой рыбе в новом сезоне, и теперь только остается стараться почаще ходить на рыбалку и не останавливаться, чего и вам желаю. Спасибо за внимание, до новых встреч. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.